Перед тем, как огласить технические результаты, я хотел бы поблагодарить Российскую шахматную федерацию, всех работников за прекрасную организацию такого сильнейшего турнира года, супертурнира, в котором играли и чемпион мира, и экс-чемпион мира, и претенденты за звание чемпиона мира. А также 6 из 8 претендентов за звание чемпиона мира следующего цикла. Before the technical results, I want to thank the organizers for this event, and it was definitely the most strongest event of the year with participation of the world champion, the challenger for the title, and the